палатки. Люди самі встановлюють ці палатки. Наразі антикорупційний суд і приговори ворам. Друге, зняти недоторканність з депутатів, щоб вони не могли здіватися над людьми і прятатися здесь. Розенблат тот же самий обворовав пол страны і гікне перед по телебаченню. І третє, ми хотімо, щоб изменилось выборное законодательство, потому что массово подкупают олигархии людей, искажают извинения громадян. И самое главное, бескарно взрываются склады, абсолютно нормально для них разворовывается военный бюджет. Все здесь объединены одной целью. Мы хотим жить в нормальной, счастливой, законной стране. За это большая часть боевых побратимов, товарищей, тех, кто здесь находится, положила свою жизнь. Поэтому мы здесь, мы будем защищать гражданских, и мы тут не уйдем. Дякую. Thank you.